приостановили мы немножко тут с газгеном на отопление. Привезли новый на 2,5 мегаватта. Установили его в ангаре. Двери торты. Подача воздуха. Вот этот воздух уйдет вверх. Наверх его поставим. Вот. Потом по поводу автоматики, регулирования безопасности. Вот смонтировали два щита. Вот данный щит, вот этот будет силовой щиток. Вот этот щит регулирования. Разводочку тут сделали. Ну, еще не до конца. Вот. Вот еще короба выйдут на сам газгенератор. Все термопары будут подключаться. Все двигатели. Вот. Подача воздуха. Два кабеля. Две линии завели. У нас будет, ну, по системе АВР. Две линии по 15 киловатт. Вот. В этом щите будет установлен ТРМ-ки, термодаты и частотник на регулирование. Здесь будут автоматы, пускатели. Вот. Это подача воздуха. Смонтируем шланги на реторты. Вот. Будет все подкрашено. Здесь вот горелка для розжига будет установлена. Так, вроде все.